Сразу три югорских выпускника получили на ЕГЭ дважды по 100 баллов. Отличные результаты показали выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната, Сургутской гимназии номер 2 и школы номер 5 Нефтеюганска. Двоим из них удалось получить высшие оценки по русскому языку и физике. Еще одна выпускница набрала максимумы по химии, а также по русскому языку. По предварительным данным, уже полсотни югорских школьников стали стобальниками. Однако в скором времени их число может увеличиться. Совсем скоро объявят результаты по иностранному языку, обществознанию, биологии и информатике. О том, как стобальники готовятся к экзамену и справляются с волнением, куда собираются поступать и какие лайфхаки использовали на экзаменах, увидите завтра, 22 июня, в 19:00 в программе «Больше, чем новости». Готовился я не просто 11-й, там, 10-й класс. Я готовился, начиная с первого класса, действительно участвуя в олимпиадах. Самое сложное — это не решить задание, а не волноваться и не допускать ошибок. В этом мне помог мой опыт на олимпиадах.